В 2017 году на Орловщине из оборота изъято более 2 тонн пищевой продукции и почти 100 партий алкогольной продукции, не соответствующие нормативным требованиям. Смертность от отравления суррогатом снизилась вдвое. Эти и другие данные были озвучены в администрации региона в ходе заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Орловской области. Также имеются положительные примеры работы по нашим предприятиям, которые обращались в данную комиссию по разрешению вопросов, связанных с контрафактной продукцией, по производству ряда приборов. Эти приборы производились на территории других регионов, но выдавались за производителя нашего региона. С этой проблемой к нам обращался завод «Промприбор». Мы очень внимательно отнеслись к этому, и там возбуждены соответствующие уголовные производства.